Мирнинская районная больница пополнила штат врачей. На днях приступил к работе анестезиолог-реаниматолог. В алмазную столицу он переехал по программе «Земский доктор». Семен Гладков – выпускник Дальневосточного медицинского университета. Ординатуру проходил в Северо-Восточном федеральном университете. В Мирном бывал и ранее. Во время пандемии работал в ковидном госпитале врачом-терапевтом. Специалист получит подъемные 2,5 миллиона. Это средства республики, района и Алроса. Работать здесь Семен Гладков будет минимум 5 лет. У нас сейчас 3 анестезиолога-реаниматолога. Мы занимаемся обеспечением наркозов во время экстренных плановых операций, помощью во время критических ситуаций, таких как анафилактический шок, остановка сердечной деятельности и снижение артериального давления критическое. В этих случаях мы спасаем жизни. Сегодня в Мирнинской районной больнице продолжают укомплектовывать штат. В учреждении требуются эндокринолог, гинеколог, врачи функциональной ультразвуковой диагностики, инфекционист, психиатр-нарколог и реаниматологи.